сегодня же, банда, я хочу поймать его и снять с него эту маску, чтобы узнать, кто прячется под лицом Хаги-Ваги. Кто это? Кто ты такой? Нет, Хаги-Ваги! Черт, ай, господи, что это? Посмотри на это настоящая маска, ты видишь? Посмотрите, я снимаю маску с Хаги-Ваги. Что творит, бро? Меня зовут Серкионис. И, бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. Ведь, поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Суприм-банда, в прошлый раз я разрезал Хаги-Ваги. Мы достали из него просто жуткие вещи и даже его органы. Но в конце я заметил, что его голова как-то не так двигается, и мне показалось, что это была маска. Но когда я попытался ее снять, то он в последний момент ожил и сбежал. Сегодня же, банда, я хочу поймать его и снять с него эту маску, чтобы узнать, кто прячется под лицом Хаги-Ваги. И у меня даже есть план, как заманить его в свою квартиру. Когда мы его разрезали, я достал из него много испорченных игрушек, из которых издевались дети. Как мы поняли, Хаги-Ваги спасает эти игрушки от плохих детей. И поэтому я подготовил несколько игрушек, чтобы разорвать их, а после этого позвонить Хаги-Ваги и показать их по видеозвонку. По идее, после этого он должен прийти ко мне домой, чтобы спасти их и убить меня. И тогда мы сможем быстро его поймать и снять с него маску. А пока что, банда, давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков. И потом я наконец-то сожгу этого монстра, чтобы раз и навсегда избавиться от Хаги-Ваги. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит супер секретная информация про некоторых монстров. И там даже есть координаты, где живет Хаги-Ваги. Так что, бандит, скорее чекай описание, ставь лайк, а мы тем временем приступаем к моему плану. Погнали! Так, банда, я надеюсь, вы готовы. На часах уже 3 часа ночи. Именно в это время Хаги-Ваги оживает и превращается в того монстра, которого мы знаем. Но вы только посмотрите, банда, какие игрушки мы сегодня будем разрезать. Кстати, обратите внимание на эту игрушку. Здесь настоящая человеческая кровь. Мы достали ее, когда разрезали пони. Советую вам посмотреть то видео. Вас оно очень сильно испугает и удивит. А еще послушайте. Эта игрушка издает музыку, да еще такую криповую, просто жесть. Окей, банда, давайте уже быстрее их разорвем и позвоним Хаги-Ваги, чтобы снять с него маску. Я еще очень надеюсь, что мне не показалось, на нем реально была маска. Итак, возьмем нож и просто это сделаем. Посмотрите, я уже ее разрываю, вы видите это? О, черт, за это Хаги-Ваги просто уничтожит меня. Тем не менее, банда, как-то так аккуратно. О, черт, просто посмотрите на это. Думаю, этого будет достаточно. Давайте теперь позвоним Хаги-Ваги. Надеюсь, что он возьмет трубку после того всего, что между нами было. Итак, я наберу. Он взял трубку уже. Алло, Хаги-Ваги, привет, как жизнь? Не боишься меня после того, что между нами было? Неважно. Посмотри, что я сделал с игрушками. Я просто их уничтожил. Ты мне ничего не сделаешь за них. Просто молчит, банда. Приходи, заступи за них. Я же знаю, ты слабак, Хаги-Ваги, и ничего не сможешь мне сделать. Он просто молчит. Хаги-Ваги, если хочешь отомстить мне за эти игрушки, то быстрее приходи ко мне домой. О, черт, он просто отключился, банда, ты видишь это? Ой, ничего себе! Скорее всего, что он уже прямо сейчас будет идти ко мне. Я предлагаю спрятаться в ванной и посмотреть по скрытым камерам, как он войдет в мою квартиру. Ну, давай быстрее. Окей, тогда идем, мне просто в это не верится, банда, это маньяк реально будет здесь, ходи. Итак, банда, я уже включил скрытые камеры и жду Хаги-Ваги. И просто посмотрите, вон он влезает в мою квартиру. Господи, он уже здесь. Да, это полная жесть, банда.
Ванда, и обратите внимание на его живот, у него там огромная рана. Это осталось после того, как мы его разрезали. Он все еще себя не починил, и куда он идет, неужели к игрушкам? Просто посмотрите, Ванда, он уже берет первую игрушку. О, черт, как же он криповую рассматривает, это такая жесть. Но что он собирается с ней делать? О, черт, он просто ее усовывает внутрь себя. Интересно, он также забирал игрушки у тех детей? Не знаю, у него тогда не был разрезан живот. Возможно, он просто их съедал. Это бы выглядело еще криповей. Тем не менее, Банда, он даже забирает пух. Неужели он собирается их починить? И гляньте, как он рассматривает эту игрушку. Просто какая-то крепота. Он даже ее забирает, тоже внутрь себя положил. И что он собирается дальше делать? Окей, Настя, у меня есть идея. Я выйду и сам вырублю Хаки-Ваки с биты. О нет, Сережа, ты же опасно. Да, я знаю, но нету другого выбора. Ты оставайся здесь, я сам с ним разберусь. Хорошо, Сереж, только будь аккуратней. Естественно, я справлюсь. Окей, Банда, вот бита. Надеюсь, Банда, что я справлюсь. Смогу вырубить Хаки-Ваки, снять с него маску. Как же мне страшно, Банда, вы даже не представляете. Ведь он может перегрызть меня за один укус. У него реально огромный рот. А вот и он, Банда. Черт. Хаки, что? Кто это? Кто ты такой? Нет, Хаки-Ваки! Черт, ой, господи, что это? Черт! Стой, Ванда! Что произошло? Где Хаки-Ваки? Он просто меня вырубил! И там еще был какой-то второй Хаки-Ваки, только розовый! Если бы не он, то я вырубил бы синего Хаки-Ваки, мы сняли бы с него маску! А он просто на меня набросился! И где Настя? Нужно быстрее ей помочь! Настя, ты в порядке? Настя, что с тобой? Черт! Они на тебя напали! Надеюсь, что с тобой все хорошо! Ты в порядке? Ты видела второго розового Хаки-Ваки? Да, я видела, только это не розовый Хаки-Ваки, а Кисси-Мисси. Что? Да, это его девушка, они вдвоем спасают игрушки. Неужели? Я и не знал об этом. Окей, у меня есть идея, давайте по скрытым камерам посмотрим, что делал Хаки-Ваки, Кисси-Мисси, пока я был в отключке. Итак, Банда, вот скрытые камеры, просто посмотрите, синий Хаки-Ваки и розовый Хаки-Ваки, точнее Кисси-Мисси. Я все еще не могу поверить, что она реально существует. Если бы не она, то я смог бы вырубить Хаки-Ваки, мы бы уже сняли с него маски и увидели его настоящее лицо. То, что она сильно помешала Банда, это просто ужасно. Теперь нужно придумать новый план. Тем не менее, просто посмотрите, как Хаки-Ваки тщательно меня связывает. Да, он это делает специально, чтобы не смог сбежать и навредить им обоим. И просто посмотрите, он зачем-то вытащил игрушки, положил их обратно на стол. Зачем он это сделал? Тем не менее, Банда, я все еще не могу в это поверить. Они же могли нас запросто убить. Почему все еще живы? Почему они вообще оставили нас живых? Это очень странно. Посмотрите, Хаки-Ваки связывает мне рот. Это такой ужас, Банда, мне реально страшно. Он реально трогал меня. И посмотри, Кисси-Мисси куда-то уходит. Хаки-Ваки. Идет за ней. Что за бред? Куда они идут? Посмотри на это. Хаки-Ваки идет в ванную к тебе. Да, он связал меня. О, черт, я вижу, как тебе страшно. Это просто ужас, Банда. Он реально к ней подходит. Ты же ничего не могла ему сделать. Да, я отпихала его как могла. Я вижу, Банда, но он намного сильнее Насти. Она бы ничего ему не сделала. А если бы пыталась бы сбежать, то намного хуже бы все было. Просто посмотрите, он связывает руки Насти. А Кисси-Мисси нашла игрушки, которые в прошлый раз хотела украсть Хаки-Ваки. Она так крипово их рассматривает. И посмотри, она их собирает, ты видишь? Да, вижу. Что за бред, Банда? Зачем они ей? И посмотрите, Хаки-Ваки уже связывает ноги Насти. Да. Как же хорошо, что он тебя не убил. Да. Этим временем Кисси-Мисси идет ко мне. Что она собирается делать? Непонятно. Хотя нет, она идет к игрушкам. Она их тоже хочет забрать. И посмотри, как же она их крипово рассматривает. Он тоже так же самоделал. Зачем? Я не понимаю. И куда они потом девают эти игрушки? Я уверен, что они забрали эти игрушки уже многих детей. У нас сейчас заберут. Куда они их потом дели? Возможно, у них какой-то склад. И нужно будет его точно найти. А тем временем Кисси-Мисси уже забрала
игрушки куда-то уходит, куда она идет, что за бред? Эти два монстра реально страшные, но почему они все еще нас не убили? Зачем они оставляют нас живых? Ведь после того, что мы сделали с Хаки-Ваки, он был очень зол. Он хотел нас убить, а теперь нас просто не трогает. А тем временем Кисси Мисси открыла окно, посмотри, она открывает его полностью. Но зачем, что она собирается делать? Неужели она прямо сейчас бежит, выпрыгнет через него и просто уйдет? Она рассматривает игрушки, что за бред, панда? Что она собирается делать, посмотри? Она просто их выбросила и теперь сама вылезает через окно. Она просто поползла вверх. Неужели они могут ползать по стенам, как она это сделала? Посмотри, она реально сбежала. Что за жесть, банда? Как они это делают? Мы живем на 10-м этаже, как это возможно? И посмотрите, Хаки-Ваки полностью связал Настю. Ты бы здесь реально ничего не сделал, несколько раз больше тебя. Это просто жесть. Посмотри, он поправил маску. Ну, я тоже видела. О, черт, у него там реально маска, мне не показалось. И теперь он уходит с ванной. И куда он дальше будет идти? Что за бред, банда? Он так просто оставил Настю. Он тоже идет к этому окну. Он тоже собирается выйти через него. Это просто жесть, банда. Как же это стрёмно. Посмотри, я пришел в сознание. Но почему я этого не помню? Я пытался даже сбежать. Я реально этого не помню, банда. Какой-то провал в памяти. Он снял свою бабочку. Посмотри, он просто меня душит. Вы видите это? Я реально этого всего не помню. Что за бред? О, черт, я просто потерял сознание. О, нет, он нашел камеру, он ее увидел. Просто посмотрите, что он делает. Я не понимаю, что это за провал памяти. Я бы такое точно запомнил. И посмотрите, какое же у него стрёмное тело. Он такой страшный в реальной жизни. Я все еще в сознании. Посмотри, он меня дальше душит. Это такая жесть, банда. Я реально этого не помню. И как я вообще остался жив после этого? Я все еще в шоке. Я здесь потерял сознание. О нет, что он делает? Посмотрите, какое же жуткое у него лицо, банда. И он просто сломал камеру. Это такая жесть, банда. Что это было? Я реально не понимаю, откуда у меня этот провал в памяти. Я не помню, как я очнулся и как он меня душил. Это такой ужас, банда. Тем не менее, у меня есть план. Мы видели, как Кисси Мисси сбежала с квартиры. По идее, Хаки-Ваки остался один в моем доме. Мы можем сделать маску Кисси Мисси, ее оденет Настя. Она притворится настоящей Кисси Мисси, позовет себя Хаки-Ваки. А я в это время нападу на него со спины. И тогда мы наконец-то снимем с него маску. Да, хорошая идея. Окей, отлично. Теперь только нужно сделать саму маску. Интересно, у Кисси Мисси тоже маска или это ее настоящее лицо? Тем не менее, банда, у меня здесь есть некоторые вещи, с помощью которых мы сможем сделать эту маску. Даже посмотри, цвет подходит такой же самый, как и у Кисси Мисси. Да. Окей, банда, встретимся с вами через секунду, когда маска уже будет готова. А вот и маска Кисси Мисси. Просто посмотрите, какая она красивая. Мне даже кажется, что она получилась намного лучше, чем само лицо Кисси Мисси. Тем не менее, банда, теперь Настя сможет ее надеть. А мне нужно быть и посмотреть, где Хаки-Ваки, чтобы мы ему не попались. Надеюсь, он все еще в квартире. И так его вроде бы не видно. Что? Кисси Мисси? Она все еще здесь? Нужно от нее избавиться. Да, но как? Ладно, у меня есть идея. Надеюсь, это мне поможет. О, черт. Господи. Она смотрит на меня. Она идет сюда, банда. Черт. Господи, банда, я надеюсь, она меня не заметила. Но она теперь идет сюда. О, здесь есть Пита. Я смогу ее вырубить. Окей, нужно только здесь спрятаться и сидеть максимально тихо. Господи, банда, я ее вырубил. Настя, вылезай быстрее. Просто посмотрите на ее лицо. Какое же оно криповое. Интересно, это маска? Давай проверим. О, черт, интересно посмотреть. Мне кажется, что это маска. Настя, держи камеру. Нужно быстрее с нее снять маску, пока Хаки-Паки не пришел. Мне реально в это не верится. Мы поймали Кисси Мисси. Давайте уже с нее снимем эту маску. О, черт, просто посмотри на это. Это настоящая маска, ты видишь? Да, вижу. Я пытаюсь ее снять, панда, просто посмотри! О, черт, что это? Здесь пух, и больше ничего нету, а здесь какая-то антенна! То есть ею кто-то управляет издали. Но что тогда будет под маской Хаки-Ваки? Нужно быстрее пойти ее снять, пока не поздно. А что
Не знаю, он же сейчас в нашей квартире, как он может одновременно еще ею управлять? Возможно, у нее здесь какой-то робот. Но пока что мы не будем ее разрезать, нужно потеснять маску с него. Возьми эту маску, она нам поможет, будем действовать по плану. Надеюсь, он не стоит тут под дверью. Тем не менее, банда его вроде бы нигде не видно. О, черт, где же он? О, господи, просто посмотрите, он ищет меня. Такая жесть. Нужно бежать дальше. Это просто ужасно. Господи, он реально ищет меня, надеюсь, он меня не заметит. Куда он уходит? Насте нужно уже выходить. Настя, быстрее выходи, пока он не ушел. О, господи, надеюсь, у нее все получится. Что? Что ты говоришь? Черт! Он повелся, банда, он идет к ней. Надеюсь, она успеет убежать. О, черт, что он делает? Он ее разорвал, видите, банда? О, черт, банда, нужно как-то помочь Насте, но я даже не знаю, чем его ударить. Что тут? О, черт! О, нет, он смотрит на меня. Не подходи сюда, Хаки-Ваки. Только не иди сюда. О, господи, банда, это просто жесть. Отпусти. О, черт, нет, отпусти меня. О, господи, ой, черт. Отстань от меня, Настя, помоги мне! Помоги! О, господи, нет! О, черт! О, господи, Настя, быстрее! О, черт! О, рука! Не подходи ко мне! Не вздумай, не трогай меня! О, черт! Настя! Ты спасла мне жизнь, Настя, спасибо! Если бы не ты, он бы меня сразу же убил! Я все еще не могу поверить, ты реально его вырубила! Нужно теперь отнести его, положить на диван, чтобы снять с него маску! Господи, банда, надеюсь, вы готовы! Пришло время снять маску с Хаки-Ваки! Ты готова, Настя? Да, давай быстрее, мы знаем, что под маской Кисси-Мисси, узнаем, что у него! Да, давай быстрее! Мне уже не терпится узнать, кто же прячется под этой маской! Будь аккуратнее, он же может притворяться и напасть на тебя! Да, я знаю, надо быть максимально аккуратным, но все же, банда, посмотрите, я снимаю маску с Хаки-Ваки! О, черт, кто это такой? Он не похож на Хаки-Ваки, это больше какой-то человек! Он вообще не похож на человека, что это за существо? Он даже на Хаки-Ваки не похож и даже не синий! Теперь нужно понять, кто управляет Кисси-Мисси, он ожил! В смысле? О, господи, ай, черт, он живой! О, черт! Сереж, ты в порядке? Да, вроде бы уже все хорошо, держи. Это просто жесть, я вообще не ожидал, что он сбежит куда-то. Мне кажется, что он сбежал через окно, ты не видела? Нет, я не видела. Это просто ужас, банда. Тем не менее, вот комменты из-под прошлого видео. Просто близко, какие шикарные, идеальнейшие комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и все, про ту же новое видео. Лайк, колокольчик. Комменты, ты моё видео бандит. И помни одно, оставайся такими шикарными. Пока!